Весомую часть семейного бюджета часто тратят родители на подготовку детей к школе. Это понимают многие работодатели региона и финансово поддерживают своих сотрудников. Так сегодня в Иркутске в преддверии Дня знаний. Школьные рюкзаки и сертификаты на 3000 рублей на приобретение. Всего необходимого для учебы вручили сразу нескольким семьям. Нужные подарки получили сотрудники одного из подразделений N+ Group. Всего компания подготовила такие школьные презенты для 533 сотрудников, чьи дети пошли в первый класс. Акция «Собери ребенка в школу» уже традиционная. В этом году она была дополнена. В этот раз отметили и тех сотрудников, кто является многодетными родителями. Им вручили сертификаты на развитие творческих способностей детей. Я хотел бы выразить большую благодарность нашей компании, группе компаний N+, нашему основателю группы компаний, это Олегу Дерибаско, за то, что есть такие мероприятия, что не забывают сотрудников, многодетных сотрудников, своих сотрудников. И для нашей семьи это большое подспорье, как бы и в финансовом, и в материальном положении. Это важно.